Ну, мне кажется, ничего плохого нет, потому что в основном возвращаются те, кто когда-то в той или иной мере имел какое-то отношение к России, возможно, просто впоследствии эмигрировал, и просто это возврат своих же на свою территорию, я так это могу назвать, явление. А что касается рабочей силы, у нас ее не хватает на самом деле, тем более все эти люди очень образованные, чистоплотные, мне кажется, наоборот, мы только выиграем от того, что у нас появится большое количество действительно очень хороших работников. А что касается стимулирования, мне кажется, те, кто хотят, они сами и так приедут.